Навек. Дождь, а может быть, падает снег. Все равно бесконечно надеждой согрет. Я вдали вижу город, которого нет. Страннику приют, где наверняка помнят и ждут. День за днем, то теряя, то путая след, я иду в этот город, которого нет. Еще разок. Ну вот и все. Ну что, куда пойдем? В арт-коллегии сегодня какая-то тусовка. А может, ко мне пиво купим? Бабка картошки нажарит. Слушай, все психово сегодня вечеринка. Может, пойдем, а? Паша, а? Иди ты к своим психам. Пока, фотограф. Свободен. Ну, счастливо. Давай, давай. Ну что, Кать? Тоже мне друзья называют. Всех ухажеров распугали. Сами как две собаки на сене. Так, ну что это значит? Ну, я тогда на тренировку. Созвонимся. А на завтра какие планы? Может, на залив? Пивка купим, а? А у меня завтра свадьба. Приглашаю. Шутка, смеяться надо. Какая свадьба? Оденьтесь поприличнее. Общество будет солидное. Поэтому не задирайте никого. Не говорите глупостей. Да, кстати, вы как молодые юристы можете завязать там полезные знакомства. Да ладно, чего вы расслабьтесь? Я выхожу замуж по любви. Ну, до завтра. Упокой душу рабы Божьей Екатерины. Не надо так о живых. Для меня она все равно, что умерла. Да нет, понимаешь, дело не в том, что она вышла замуж. Дело в другом, я просто сформулировать не могу. Ладно, пойдем. Психологиня в общагу. Заодно и нажремся в санитарных условиях. Подобное лечит подобным.
Ну что, сходили по бабам? Я ухожу из университета. За тебя, любимого. Нет. Нет, бить надо не за меня. Бить надо за нашу систему и одного славного парня, которому я обязан всем. Ну и кому что обязан? Первым делом, которое получил, придя в прокуратуру, было дело Саши Сибиряка, который как-то ночью пробрался в большой фронтоварный магазин. Я расследовал дело, Саша получил 4 года, а я первое повышение по службе. С чем мы тебя и поздравляем. С большим. Но не прошло и 2 лет, как за примерное поведение Саша Сибиряк был выпущен и чуть позже немного поджарил владельца кооператива «Гунюля». Я припер его к стенке неопровержимости улик. Саша получил свои 7 лет, а я очередное повышение по службе. Однако за примерное поведение Саша Сибиряк уже в феврале этого года вновь оказался в Питере, где что-то там не поделил с какими-то гражданами. Что тоже не удивительно. Причем один из граждан скоропостижно скончался. Что тоже не удивительно. Я провел следствие. Саша Сибиряк уехал на 10 лет по месту рождения. А мы что делаем? Мы отмечаем мое очередное звание. Вот я уверен, что и впредь Саша Сибиряк будет вести себя примерно, чем обеспечит мой дальнейший служебный рост. Так что за всех присутствующих за этим торжеством и особо за отличающегося примерным поведением Сашу Сибиряка. Сизифов труд. У меня и в половине дел до посадки не доходит. Какой-какой труд? Бессмысленно, Юленька. Секретарша городского прокурора должна быть девушкой образованной. И про Сизифа знать. Я зато про другое знаю. А водки-то нет. Минуточку. Извини. Баба Дуся, еще 4 пузыря, один тебе. А вам не хватит? Баба Дусь, ну ты ли это говоришь? Сереженька, ты пойдешь меня провожать, а то я одна, боюсь. Вот допьем, что баба Дусь принесет, и обязательно провожу. Ты так громко стонал. Приснилось что? Чего ты кричал? Да так. Как я здесь оказался, ни хрена не помню. Иди ко мне, я тебя пожалею. Давай еще поспим. Да. А сколько времени? 9:30? Ой, у меня будильник остановился. А я откуда знаю, где он? Ваши намеки что-то не доходят. Подвез на такси, высадил и уехал. Какие у вас претензии к бедной девушке? Ну хорошо, ладно, я попробую позвонить. Найду. Рассрочно. Только где же я его? Ничего от дорогих коллег не скроешь. Тебя ищут, Сереженька. Прохоренко вызывает. Срочно. Настучали уже. А где моя рубашка, а? Черт.
Зря я у тебя, Юля Борисовна, оказался. Прохоренко не простит. Может, я себе уже карьеру поломал? Ты-то как? Уж как-то. Разрешите? А, Чилищев. Входите. Николай Степанович Прохоренко, прокурор города, был большим борцом за нравственность и дисциплину сотрудников. С этой целью он создал в прокуратуре целую сеть информаторов и ломал карьеры провинившихся спокойно и методично. Здравствуйте, Сергей Александрович. Присаживайтесь. У меня к вам неприятный разговор. Дело касается ваших родителей. Скажите, ваш отец, Александр Владимирович Чилищев, был директором деревообрабатывающего комбината? Почему был? Он сейчас директор. Но я, правда, с родителями не часто вижусь. Утренние сводки. Мужайтесь, Сергей Александрович. Сегодня 8 часов 15 минут. Ваши родители были обнаружены в собственной квартире с признаками насильственной смерти. И маму? Держитесь, Сергей Александрович. Сегодня среда. Полагаю, 3 дня отпуска вам просто необходимы. Мы, конечно, окажем всю возможную помощь. Вот. А сейчас поезжайте домой. Ну, в смысле, к родителям. Можете взять любую машину. Заодно и с опознанием сразу поможете. Ну, и похищенное установить там. Ну, что мне вас учить? Там сейчас Свиридова работает с бригадой. Езжайте. Держитесь, а мы все, что сможем. Здравствуйте, Сергей Александрович. Так, чуть потри. На паркетном полу комнаты, в 50 сантиметрах от лужи крови в сторону окна, так, обнаружены кровяные следы. Живут же люди. Уже не живут. Ты соседей опросил? Нет, я еще не успел. Ну, иди работай. Длина подметочной части следа составляет 15 сантиметров. Ага, 15 сантиметров. Рисунок следа состоит из прямоугольных фигур размерами 12-15. Здорово, Серега. Держись. Я, конечно, все понимаю, словами тут не утешишь. Терпи, мужик. Пойдем. Давай переходим по сторонам следа. След номер 2. След номер 2. Отобразились. Каблучная часть. Каблучная часть. Ага. Размеры его. 80 на 90
будешь? Как все случилось? Видимо, в дверь позвонили. Убитый отец твой пошел открывать. Он брился, у него щека одна мыли была. Ну, его перво ножом. Ножом снизу. Похоже. А маму? В спальне сзади горло перерезали. Их увезли за 10 минут до твоего прихода в морг. Это хорошо. Негоже на родителей в таком виде смотреть. Серега, я, конечно, понимаю все. Но ты соберись, помоги нам. Это кто? Лучший друг. И любимая девушка, скажем так. Они здесь часто бывали? Олег погиб в Афгане, в 84-м. А девушка вышла замуж и уехала в Москву. Ну, ладно, да давай. Соберись и походи тут, посмотри, что тут пропало. Мы бы сразу в ориентировку включили. Ну ладно, что я, ты сам знаешь, понимаешь? Все, извини, работать пора. Пропитанная кровью. Покрывало и наволочка со следами крови. Написал? Наволочка со следами крови. Написал. Так, дальше. Обалдеть, я ж тебе говорил. Бывает гораздо хуже. Вот так, это не хи-хи-хи. Вообще, сумасшедшие дела. Здрасте. Здрасте. Отбой связи. Ну что, пропало что-нибудь? У отца на руке часы были? Нет. Нет, часов не было, я сам смотрел. Значит, пропали золотые часы. На крышке надпись дарственная на память. Еще что-нибудь было? Здесь кассетник стоял. Отец его включал по утрам для тонуса. Марк, какая магнитофон? Шарп, красного цвета. Особые приметы какие-нибудь были? Ну, магнитофоны я имею в виду. Ну, какие приметы? Обыкновенный двухкассетник. Ручка, две антенны. Мог работать на батарейках. Угу, понятно. Видимо, отец твой пытался до него добраться, да не успел. Вообще, у него враги какие-нибудь были? Да какие враги? Ну как, все-таки директор деревообрабатывающего комбината. Мало ли. Да может, ссорился с кем-нибудь. Отец человек резкий, вспыльчивый. Хотя, знаешь, была одна история. Он мне рассказывал. К нему на комбинат какие-то бандиты приходили. Вопросы решать. Он их выгнал. Я ему предложил... Давай разберемся, кто такие, что за бандиты. Он меня послал. Со своими бабами, говорит, разберись. Я тогда с женой разводился.
Да, это, конечно, очень интересно все. Только ты знаешь, все почти каждый день на всех директоров бандюги эти наезжают. Все это, как правило, пустышка. А ты на всякий случай там позвони в оперативно-розыскное. Мало ли там что-нибудь когда-нибудь где-нибудь засветилось по деревообрабатывающему. Другим мне сейчас надо заниматься. Кто здесь? Жив? Ты как здесь? Ты же в Луге. Услышал? Приехал. Егор Федосеевич Алексеев в прошлом был известным тренером по дзюдо и воспитал не одного чемпиона. Прошел через его руки когда-то и Чилищев. Алексеев был талантлив, но слишком чудаковат и независим, чтобы занимать высокие посты от спорта. Во время гонений на восточное единоборство он уехал из города. И теперь жил под Лугой на хуторе. Водку будешь? Видеть не могу, убери. Отошел. Жить будешь? Буду. Только не знаю, как. У меня поезд через час. Остаться? Нет. Никого не хочу видеть. Даже себя. Не обижайся. Я никогда не обижаюсь. Адрес мой знаешь. В любое время. Предлагаю вашему вниманию выпуск «Маяк о спорте». Его подготовил и проведет наш комментатор Юрий Дорохвилица. Начну выпуск с темы велоспорта. Ленинградка Галина Янюхина, выступая в ходе квалификационных заездов спринтеров на соревнованиях за Кубок Советского Союза на московском велотреке в Крылатском, установила новый мировой рекорд в гиде сходу на 200 километров. Один... Написано: прах Званцева Олега Андреевича был предан земле на месте гибели вертолета в окрестностях Джалал-Абада Демократической Республики Афганистан. А я несколько раз заходил к твоей бабульке.
Только она видеть меня не хотела, плакала. Потому что, глядя на меня, тебя вспоминала. Вот так. Алло. Серега? Да? Сегодня взяли одного парня с вашим магнитофоном. Давай двигай в Смольнинское. Его там в изоляторе маринуют. Жду. Алло, Серега, слышишь? Бегу. Ну что? Привет. Привет. Ну, пока все еще не очень понятно. Доблестный патруль, ГАИ. А если без юмора? Ну, а если без юмора? В общем, слушай. В 5:30 утра на Морской набережной ГАИ заряжал машину. В машине, кроме гражданина Касаторова Михаила Ивановича 70-го года рождения, была какая-то, блядь, и ваш магнитофон. Вот и все, если без юмора. А машина в угоне? Нет, машина не в угоне, самое смешное. Она висит на каком-то пенсионере, сейчас его обрабатывают. Открой, пожалуйста, дверь. А там открыто. А, сам пьяный? Нет, что ты. Самое смешное, что он трезвый. И что говорит? Да ничего он пока не говорит. Что ему говорит? Его еще никто ни о чем всерьез не спрашивал. Володь, здравствуй. Здравствуй. Открой нам дверьку. А ГАИ, мы, мол, люди крестьянские, сами мы можем чего и напутать по бестолковости, вот. Ну, пойдем посмотрим, что там местный опер Чернов, как он беседует с гражданином Касатоновым. Ну, что выяснилось? Выяснилось, что в школе Миша учился плохо. Врать и то не умеет. Память плохая, ничего не помнит. А может, вспомнишь, в пятницу 15-го где был? Я уже сказал, в натуре на дискотеке в пуле гулял. Это юмор. В Пулковской дискотеке уже 10 суток как не работает. Профилактический ремонт. Тачка чья? Моя, банка, отвечаю. Документы на машину. У тёлки дома забыл. Адрес тёлки. Не помню, я что, все должен помнить, что ли? Магнитофон где взял? Мой, отвечаю. Из Саранска привез. Подарили. Следачке звонил? Да, все в ажуре. 122-я согласована. Отдыхай пока, парень. Шутишь плохо. Не смешно. Этот магнитофон с двойного убийства. Расстрельная статья. Так что шлепнут тебя, сучонок, за милую душу. Если гуманисты, придурки, не вмешаются, а это для тебя еще хуже. Сгниешь заживо. Пойдем, Сергей Александрович. Вы чего? Я в натуре гулял на дискотеке, бля. Какое двойное? Я никого не убивал. Во, блин, суки, блудняк травили. Да ладно сидеть. А владелец машины установили? О, конечно. Старик. Мудак и маразматик. Он уже столько раз свою доверенность оформлял, что не помнит, кому и где. К нотариусу они его сами возили. Так что претензий не имеет. Сомневаюсь, что Касатонов убийца. Больно он спокойно держится. И зачем он так явно врет про магнитофон? Да прекрати ты. Посидит бройлер этот на вертеле и расколется завтра до самой жопы. Придет утром следачка, а мы говорим: здрасте, поздравляем с раскрытием. Чем вы занимаетесь, Чилищев? Почему у вас нет на рабочем месте? Почему до сих пор задерживается следствие по убийству сторожа кооператива Криста? Я уважаю ваше личное горе, но работа есть работа. Надо собраться, взять себя в руки, выполнять свой долг. Я все понял. Я постараюсь. Можно идти? Идите. Мишу Касатонова, в недавнем прошлом спортсмена, подающего надежды в родном городе Саранске, а ныне рядового питерского бандита, терзали два из вечных русских вопроса. Кто виноват и что делать? Тебя это, винт искал. Кто на хате? Смык и голубь. Вин сказал, тебе позвонить надо срочно ему. Давай ее на двоих распишем. Не, я этим не занимаюсь. Костя, я машину возьму.
виноват. Я туда-сюда, а тебе и без меня кайфово будет. Ты, Касатонов Михаил Иванович. Ну да, я. А что? Ты наследил, парень. Напачкал. Убрать бы за собой надо. Винта знаешь? Ну? Ну вот сделаешь, как надо, вытащим. Чего-чего сделаешь? Я же ничего не делал. А кто шестерку взял? Сама подъехала? Слышь ты, Вин сказал взять на себя. Вытащим, потом баксами получишь. Так это не я, это Костя. Костя твой, баран, уже рыбок кормит. Ты лучше слушай, что делать надо, да запоминай крепче. Второй раз за такого красавца никому на себя 122 вешать неохота. Сюда иди. А если не получится? Лучше, что получилось, корешок. Для тебя лучше. Понял, да? Ты в курсе, что Касатонов сознался? Чернов у него покаянку взял. Раскололся, сучонок. Ну да, мне Чернов звонил. Не, ну утешение, кажется, слабое. Но все-таки утешение. Слушай, мы сгоняем в Смольнинск, еще покрутим Касатонова. Что-то он не так себя ведет. Так а как он должен себя вести? Да не, ну в принципе все ясно. Завтра уличный, сам посмотришь. И знаешь что, ты договорись с Плоткиной. Все-таки она там, ну, будет нюансы дорабатывать, а у нас сейчас за пара серия, похоже, пошла. Не, ну если ты против, базар нет, я готов, но договорись лучше с Плоткиной, ладно? Угу. Мою песню на стихи Ирины. Можно? А, заходите, Сереженька. Ну, как вы? Я ключи от квартиры принес. Завтра следственный эксперимент, я приду. Не возражаете? Ой, ну, конечно, Сереженька, я все понимаю. Спасибо. Мария Сергеевна Плоткина всегда все понимала и редко возражала кому бы то ни было. Мыслями она давно была на пенсии и досиживала в прокуратуре последние месяцы. Говорили, что когда-то Мария Сергеевна была хорошим профессионалом, но это было давно. Последние 3 года дела она получала только самые простые или, как говорили, адаптированные. Значит, так. Ваша задача внимательно смотреть. Здравствуйте. Ясно? А? Угу. Здорово. Здравствуйте, Сереженька. Проходи. Касатонов, покажите еще раз, как вы наносили удары. Ну, я испугался. Вот. Хотел бежать, ну. А он, мужик, накинулся на меня. Ну, схватил за горло. А я обороняюсь вот так. Володя, снимай. Покажите, как вы наносили удары. Примерно вот так вот. Сверху вниз. Рука закована, неудобно. Момент. Мы мигом, Мария Сергеевна. Руки. Так как вы били? Ну, примерно вот так. Стой, 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 стой. Не стрелять! Стоять! Стой! Не стрелять! Стоять! Скорую, быстро! Скорую!
Сейчас. Сейчас, Миш, потерпи. Доктор сейчас приедет. Не приедет. Я не убивал. Сергей Александрович, ну как же так, а? Но он сам. Мы же все по инструкции. Тебе, Валер, коров надо пасти, а не ментовки работать. Удара тупым. Ведь отца-то ударили ножом снизу вверх. Гоша Субботин утверждал, что именно снизу. А в этом деле Гоша ошибиться не мог. Или ошибся? Привет. Привет. Давно ждешь? Ну и запах тут. Спирта выпьешь? Нет, спасибо. Я насчет заключения, по моим. Да-да. В принципе, готово, но я еще не отпечатал. У нас тут, сам видишь, каждый день новые клиенты. Да мне не нужно отпечатанное, мне только узнать, как наносили удары. Для себя. А, это, ну, пожалуйста. По какому трупу? По отцу. По мужскому трупу. Ага. Значит, два проникающих ранения, одно в живот, другое смертельное, в левую сторону груди. А наносились они снизу вверх. Ты это вот так на память? Мы, Сережа, не первый год знакомы. Ты позвонил, я посмотрел. Хлудаво, ты ничего не путаешь? Снизу вверх, не наоборот? Путает, Сережа, это когда деградация личности. А я еще вполне функционирую. Павлович, как все виды распоряжения может помочь насытить рынок товаром? Значит, Миша Касатонов к убийству моих никакого отношения не имел. Почти не имел. Потому что кто-то ведь уговорил его взять вину на себя. А вот они-то знают, кто убивал и почему. Казатонов не мог оговорить себя просто так. Ему передали приказ только те, кого он знал и боялся. Все зарубежные рынки. Поэтому складывается очень удачная перспектива для развития торгового бизнеса. А если учесть... Степа, привет, это я, Челищев. Нормально. Слушай, давно мы с тобой не сплетничали. Давай завтра в 10:00. На нашем месте. Руководство каждого правоохранительного органа не особенно приветствует тесные внеслужебные контакты с людьми из другого ведомства. В каждой избушке есть свои маленькие и большие тайны, которые вовсе ни к чему выносить из этих избушек. Поэтому Челищев и Степа Марков, опер с 15-го отдела оперативно-розыскного бюро, встречались как шпионы. И постоянно шутили по этому поводу. Здорово, Сережа. Привет. Степа, нужно прокинуть одного покойника. Бандит из молодых. Ну, как раз по вашему ведомству. В какой группировке состоял? Под кем ходил? Только побыстрее. Покойничек питерский был? Да нет, он бычок из пришлых. Причем он недавно приехал. Приехал счастье искать. Вот здесь все его данные. Не знаю, Серега, вряд ли как-то он успел отметиться. Да я понимаю, вы не волшебники. Ну, а вдруг, Степа? Все, потом мне нужно. Лично мне. Да, я слышал. Слышал. Постараюсь что-нибудь. Степ, я в долгу не останусь. Да ладно, о чем речь? Только я тебя прошу. Как можно быстрее? А то очень много времени потеряно. Хорошо? Попробую. Ну все, пока. Давай.
Здрасте, баба Дуся. Здорово. Сигаретку стрельнуть можно? Тяжело после вчерашнего? Нормально. Машка Плоткина деловой архив отписывает. Какое дело? Можно? Заходите, Сереженька, садитесь. В архив, значит? Ну что, дело раскрытое, ясное. Ну, не без огрехов, конечно. Ну, а с кем их не бывает? Можно полистать немного? Сергей Александрович, я понимаю. Погибли близкие вам люди. Но я сделала для вас все, что могла. Ни к чему хорошему это, к сожалению, не привело. Я вам позволила быть в наследственном эксперименте. Но Касатонов именно после вашего прихода вдруг решился на побег. Вам это не кажется странным, Сергей Александрович? Что? Вам что-то не нравится? Мне, Мария Сергеевна, все не нравится. Николай Степанович, у меня только что был Чилищев. Ждет? Злой как черт, Сережа, что ты натворил? Пока еще ничего. Сергей Александрович, что у вас со сторожем Криста? Почему затягиваете? Ведь вы по срокам должны уже давно на 201-й выходить. Но вы, видимо, заняты более важными делами. На вашу непосредственную деятельность у вас просто времени, видимо, не остается. Я не понимаю, почему вы занимаетесь личными делами в ущерб служебным? Я не личными делами занимаюсь. Вы не в частной лавочке работаете, Чилищев! Хотите частным сыском заниматься? Пожалуйста, никто не держит. Лицензию получаете и вперед. Но и в этом случае никто не дает вам права оскорблять самых наших заслуженных работников. Мария Сергеевна не заслужила хамства от вас. Человека, который вдвое младше ее. Да вы еще пешком под стол ходили, когда она в прокуратуре работала. Она душой за дело болеет. И мы не позволим так с ней обращаться. Так это как? Впрочем, вы не только с нашими сотрудниками конфликтуете, но оскорбляете представителей других ведомств, поднадзорных нам, что вдвойне безнравственно. Кого-то я оскорбляю? Чернов, которого вы облили грязью незаслуженно. Прилюдно причем. С отличием закончил школу милиции. Этот офицер на хорошем счету. И мы никому не позволим. Никогда не позволим. Что с делом Чилищевых делать будете? В архив прятать? Вы забываетесь, Чилищев? Это вы, похоже, забыли. Где вы работаете и для чего? Ах ты, щенок! Не хочешь работать, никто не держит. Клади удостоверение на стол и куда угодно. А что вы так занервничали, Николай Степанович? На ты перешли. Испугались чего? Вон! Удостоверение! Переживаешь? Ну, как тебе сказать? Пассажок со мной примешь? Наливай. С хорошим человеком грех не выпить. Присаживайся, баба Дуся. Угу. Не переживай. Уходишь, правильно делаешь. Тут поработаешь. Перемелют тебя, как меня в свое время.
И ведь не всегда была баба Дуся уборщица, алкоголичка. И карьера у меня другая была. Волевая была, красивая. Старший следователь по особо важным делам. А вожняка мне дали за дело банды Толстопятого. В Ростове сводная бригада работала. Красивое раскрытие было. Ну, а сломали меня на луковом деле. Слыхал о нем, конечно. Когда дело начиналось, так меня к ордену представили. Мне бы дури понять намек. А у меня лишь принципы. Ну что? Автокатастрофа. Ага. Пьяный водитель грузовика нашел Волгу в смятку. Меня в реанимацию. Водитель нашли потом. Повесился. А может, повесили. А у меня в больнице эта капельница два раза случайно обрывался. Выкарабкался. Чудом. Муж ушел. А мне уж из больницы-то выписываться. Алешенька, мой сынок, в колхозе утонул. Они студенты на картошку ездили. А ты его знаешь, он курсом старше тебя учился. Да, я помню. Не его фотографию. На расписании Некролуковича. Ну, из прокуратуры я, конечно, ушла. Какое-то время помыкалась юрисконсультом, а тут пенсия. Дома сидеть не смогла. Вернулась сюда обратно, уборщицей. А меня тут многие помнят. Только делают вид, что не узнают, а мне без разницы. Беги отсюда, сынок. Беги, пока тебя не переживали и не выплюнули. А то, гляжу, уж начали. И думай. Думай. И считай на ход вперед. Я считаю. Ни черта ты не считаешь. Считал бы так, не стал бы трахать Юльку Воронину. Шлюшку валютную. Прохоренко ее просто так никому не отдает. Она у него на крепком кукане сидит. И самодеятельность она себе позволить не может. Он ее из такого дерьма вытащил. Чуть что обратно туда затолкает. Он ее только под очень нужных людей подкладывает. Значит, и ты им зачем-то понадобился. Соображаешь, юрист? Родители твои смертью своей тебя из-под чего-то высвободили. Они им карты смешали. Куда теперь пойдешь? В адвокатуру ткнусь. А, с этого конца решил зайти. Я куда угодно пойду, чтобы это дело раскрыть. Баба Ду... Извините. Да Евдокия Андреевна, я вообще-то. Да тебя с твоей репутацией-то в адвокатуру
пожалуй, не возьмут. Возьмут. Может, и возьмут. А не возьмут? Может, и я тебе чем-то помогу.